Украина потратила на производство фильмов 480 миллионов. По итогам 2018 года в прокат вышло более 40 украинских фильмов. В 2018 году на производство украинских фильмов было потрачено почти 480 миллионов гривен. Об этом во вторник, 15 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщил директор Госкино Филипп Тельенко. По его словам, в прошлом году на производство фильмов в бюджетной программе Госкино было предусмотрено 479 929 6 гривен. Впервые за все время существования Госкино этот план был выполнен на 100%, то есть в течение года эти средства были полностью до копейки уплачены производителям и работали на индустрию, пишет Ильенко. Ильенко отметил, что в ближайшее время будет представлен большой отчет о работе агентства. Ранее стало известно, что в Украине снимают 19 патриотичных телесериалов. В этом году в прокат выйдут 18 украинских фильмов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.